Так, эх, никто меня не видит. Пора записать очередной видос по Доки Трэш. Что-нибудь умное. Заебашу. В общем, я в архивах всяких там не могу найти эту информацию. Вкратце. Меня просят объяснить атомную бомбу. В общем так, друзья. Представьте такое. Короче, твой друг приходит к тебе с Кока-Колой и со сникерсами. Ебать, прикинь, вот такой поворот. Ты пьешь эту колу, ешь сникерсы. А потом он показывает тебе фотки, где сувал эти сникерсы себе в жопу и поссал в эту колу. Ну, допустим. Ты злой. Ничего лучше не придумываешь, как сделать такое что же самое в ответ со своим другим другом. А он, в свою очередь, со своим. В итоге вы все злые пидорасы, напившиеся мочи, евшие сникерсы из жоп. Примерно так работает ядерная реакция атомов урана. Всем спасибо. Это была минутка научпока в Доки Трэше. Подписывайтесь.